Ребята, привет! Ух ты! Где это мы сегодня с вами? Мы на парковочной башне. По-моему, она очень похожа на какую-то пружину. Как же машинки поднимаются наверх? Это довольно крутой подъем. Может быть, существует другая дорога? Правильно! А вот и подъем на парковку. Посмотрите, бульдозер пытается подняться наверх. Парень, по-моему, ты слишком сильно опустил свой ковш. Ты же мог поцарапать дорогу. А эта гоночная машина пытается съехать с парковки вниз. Что же ей нужно сделать? Первое – это встать на стартовую площадку. Да, и самое главное – нужно перевести специальную стрелку, чтобы машинка могла поехать на выход, а не на вход. Поднимаем кнопку «Старт». Поехали! Да, и не забыть заправиться перед дальней дорогой. Теперь и бульдозер тоже решил спуститься вниз. Подожди, стой! Твой ковш случайно опустился? Стой! Стой! Ты же повредишь дорожное покрытие! Смотри, что ты сделал! Ты же сломал дорожное покрытие пополам! Что же нам теперь делать? Вызывать ремонтную бригаду! Но что это? Скорая помощь выехала на стартовую площадку! Она пытается спуститься вниз! По-моему, ей еще не сообщили, что спуск в аварийном состоянии! И рация сломана, чтобы ей сообщить! Что же делать? Ответ прост! Срочно перевести стрелку. Стой! Я еще не перевел стрелку! Нет! Парень, тебе повезло, что мы перекрыли въезд на парковку. Иначе было бы еще хуже. Ну что, ребята, вы поняли, что главное на парковке и на дороге? Это, конечно же, правила дорожного движения и техника безопасности. Пока, ребята! Однажды на одной стройке все шло, как обычно, своим чередом. Кран перевозил тяжелые грузы. Бульдозер помогал трактору грузить тяжелые кирпичи. Но вдруг стрела крана случайно зацепила платформу с растопленным бетоном, и она обрушилась прямо на бульдозер. Бетон так быстро застревал, что даже сильный бульдозер не смог выбраться из него. Помогите! Помогите, ребята! Я застрял! Кто-нибудь! Тут другой бульдозер решил помочь ему. Я помогу! Ну как он не пытался въехать в кучу? Не смог. Эх, прости, не получается. Колеса быстро застревают в бетоне. Эх, время не ждет, нужно быстро спасаться. Бетон уже почти затвердел. На этот случай на стройке был спасательный вертолет. Он полетел на помощь. Для начала вертолет схватил сломанную платформу и унес ее в безопасное место. Помощь уже совсем рядом, держись. Но сколько ни пытался поднять вертолет, бульдозер не смог. Он был слишком тяжелый. По-моему, меня уже никто отсюда не достанет. Прости, ты слишком тяжелый. Но тут изнутри крана раздался голос. Ребята, я был виноват в том, что рассыпал бетон. Я вам и помогу. Садитесь внутрь подъемника. Пытайтесь зацепиться за подъемник. Я схватился! Поднимай наверх! Я оторвался от бетона! Ура! Поднимай!
Спасибо, ребята, вы спасли меня общими силами. И колеса в порядке. Все работает нормально. Спасибо еще раз. Ну вот, недаром же говорят, клин клином вышибают. Да. Тот, кто мне навредил, тот меня и спас. Пока, ребята, пока. Однажды синий трактор проснулся на своей любимой подушечке и вдруг сказал: что-то мне надоело спать на своей подушке. Может быть, поискать другую, а? И он двинулся в путь. Недолгие поиски привели синий трактор к какой-то сказочной подушке. О, по-моему, мне нравится. А там чудовище нарисовано, ничего? Да ничего страшного. Трактор с радостью плюхнулся на нее и уснул. Но пока он спал, ему снилось какое-то сказочное чудовище, которое весь сон наблюдало за ним. В ужасе он проснулся. Ужас. Пожалуй, поеду поищу другую подушечку. Тут его внимание привлекла какая-то необычная подушка. Что-то она мне напоминает. Ну, надо попробовать поспать. Эй! Почему-то пока синий трактор спал, ему очень хотелось в туалет. Он нервничал. И вдобавок, почему-то вдруг прилетела муха. Она пыталась сесть на синий трактор. Она летала вокруг него, а ему снилось, как будто бы это огромных размеров шмель ходит по нему. Совершенно разбитый синий трактор проснулся и поехал искать другую подушку. Ох! Тут он увидел одну красную подушечку. Немножечко жестковато. Но думаю, мне подойдет. Надо попробовать. Синий трактор проспал очень долго на этой подушке, но ему было очень жарко. Ох-ох-ох. Что он весь покраснел от жары. Ой, что это со мною? По-моему, я поменял цвет. Ему пришлось поработать, чтобы снова стать синим. Это снова я. Ух ты. Ближе к вечеру трактор сделал еще одну попытку найти подушку. Ой, по-моему, я ее нашел. Может быть, она немножко мягкая, но надо попробовать. Эй! Подушка ужасно мягкая. Надеюсь, она не повлияет на мой внешний вид. Посплю чуть-чуть. Но подушка повлияла на его внешний вид. Что это со мной? По-моему, я совершенно размяк. Мягкий стал, вот что. Было уже совсем поздно, и синий трактор грустно побрел к себе домой. Придется спать на своей подушке. Эх! Синий трактор с грустью залез на свою подушечку, но был такой уставший, что сразу же уснул. Но проспал он всю ночь чудесно. И когда наступило утро, он понял, что стал таким же, какой был раньше, и с чудесным настроением. Да-да! Зачем искать что-то новое, когда есть свое родное и любимое? Эй, пока! Однажды синий трактор проснулся и понял, что ему очень не нравится спать без подушки. Он решил сделать себе подушку из теста. Подушечка. Попробую прилягу. Оп! Но когда трактор проснулся, он понял, что его подушка превратилась в блин. Но он не отчаивался. Он решил сделать себе подушечку из песка. Эх, ой, попробуем поспать. Но когда синий трактор проснулся, он понял, что забит песком. И синий трактор решил сделать себе подушку, как у людей.
из ткани. Правда, ткани у него не было, одни только нитки. А пока синий трактор ездил за тканью, появилась добрая фея. Она сжарилась над трактором и превратила нитки в маленькую подушку. Оп! О, ух ты! Когда синий трактор вернулся, он очень обрадовался. Подушка в виде трактора – это то, о чем я мечтал. Но когда он стал прикладываться к подушке, ему стало казаться, что она какая-то неудобная. Маловатая тоже. Неудобная. Эх, красивая подушка, но маленькая и неудобная. Когда синий трактор уехал на заправку, появилась фея. Она грустно вздохнула. Но снова сжалилась над трактором и прикоснулась к подушке волшебной палочкой. Ого! Когда синий трактор вернулся, он удивился. Подушка была огромная. Ой! О, как же я буду спать на этой подушке? Она же огромная! На этот раз фея очень расстроилась. Она решила проучить недовольного и взмахнула волшебной палочкой. О! О! Что это за страшная подушка? Та самая подушка, которую ты заслужил за твою жадность. Угу. По-моему, тот, кто устраивает эти волшебные штучки, совсем не понимает в волшебстве. Вот бы мне волшебную палочку, я бы сделал себе подушечку. О! Ух ты, волшебная палочка. А ну-ка посмотрим, как с ней обращаться. И раз, два, три. О, что это? Кто это? А где моя подушка? О, ну вот, ничего у меня не получается. Котенок получился вместо подушки. Ой, ты меня чего царапаешь? Ох, а фея, которая помогала мне, наверное, обиделась на меня. Ну, почему я был такой злой и жадный? Я больше не буду. Фея, помоги еще раз, а? Фея в очередной раз жалилась над синим трактором, потому что он раскаялся и решила помочь ему снова. Эх, раз, ой, отдай палочку, два, три, получилось. О, откуда взялась эта отличная подушечка? Оп! По-моему, она очень мягкая. Просто отменная подушечка. Оп. И синий трактор впервые сладко уснул. А пока он спал, фея накрыла его прекрасным одеялком с синим трактором. Вот такая вот история, ребята. Пока! Однажды кукутики путешествовали по парку развлечений на своем автобусе. Они покатались на всех каруселях и даже на колесе обозрения. И к концу дня кукутики приехали к последнему аттракциону. Среди множества разноцветных игрушек находился волшебный гараж с тремя дверками. Синей, оранжевой и желтой. А за разноцветными дверками в гараже находились подарки для победителей. Кукутики открыли дверки. Синюю, оранжевую и желтую. Но достать подарки не смогли. Аттракцион был в том, чтобы отгадать три предмета такого же цвета, что и дверь. Мальчик Ваня стал искать три предмета синего цвета. Ребята, а вы уже их увидели? Три синих игрушки. А, правильно! Первое – это синий слоник на крыше гаража. Синий трактор. Верно! А что же третье синее? Угадали? Только машинки внутри гаража не считаются. Ищем что-то другое. Что-то синее. Так. По-моему, я вижу. Это синий кубик рядом с амнямом. Ура! Ух ты, машинка!
Я выиграл! Следом девочка стала искать три оранжевых предмета. Ребята, а вы уже увидели? Первое – это апельсин. О, и машинка оранжевая рядом. Ребята, а вы уже увидели третий оранжевый предмет? А? Вот! Правильно, это оранжевый мишка. Ура! О, подарок для девочки. Третий был енот. Он начал искать три желтых предмета. И сразу нашел, хе-хе, кукурузу. А дальше енот застопорился. Ребята, давайте поможем нашему другу еноту найти еще желтые предметы. Вы уже нашли? А? Правильно, это домик. Осталось найти всего лишь один желтый предмет, но вдруг все услышали: парк закрывается, парк закрывается. А, ребята, енот не успеет получить машинку в подарок. А, я никак не могу найти третий желтый предмет. Ребята, ну подскажите же скорее третий желтый предмет. А? О, автобус, автобус кукутиков. Правильно. Ура! Теперь у нас у всех есть подарки. Посмотрите, какие красивые подарки у наших друзей-кукутиков. Синяя машинка у мальчика, оранжевая у девочки и желтая у енота. И спасибо вам, ребята. Если бы не вы, кукутики ни за что не получили бы эти подарки. Парк закрывается, парк закрывается. О, ну, раз закрывается, так пусть закрывается. А мы с вами обязательно еще увидимся. Пока! Ух ты! Однажды синему трактору подарили целую кучу кирпичей, и он решил построить... гараж! Ну, давайте поможем нашему другу синему трактору. Построим вместе с ним гараж. Так, достанем инструменты. Хотя, я думаю, этого будет маловато. Нам понадобится настоящий строительный кран! Ух ты! Настоящий! Да, настоящий строительный кран! Поехали! Ух ты, как интересно! Но, наверное, долго придется строить. Да, по-моему, надо что-то придумать. Целого ролика не хватит на строительство нашего гаража. А? Так, готово. Инструменты инструментами. А без волшебной палочки не обойдешься. А что ты придумал? А все просто. Я придумал уменьшить эти кирпичи и очень быстро собрать гараж. Внимание! Начали! Раз, два, три! Опа! О, ну это другое дело! О, во какие получились маленькие детальки, кирпичики! Ну, давайте уже собирать! Да, только сначала нужно уменьшить все остальные кирпичи. Крекс, пекс, фэкс. А, ну, для начала этого хватит, а потом еще уменьшим. А может быть и кран уменьшить, а? Ну, тогда поехали. 3, 2, 1. А? О, получилось. Уменьшился. Ты знаешь, синий трактор, думаю, кран нам особо и не понадобится. Все руками сделаем, сами. Еще чуть-чуть, и получится хорошая стена. Так, вот так. А теперь самое важное. Пробуем увеличить нашу маленькую стенку до великолепных и больших размеров. Раз, два, три. О! О! О, ребята, получилось. У нас с вами будет отличный гараж. Спасибо тебе, Винтик. Думаю, по твоим технологиям мы к завтрашнему дню все закончим. Да, синий трактор, думаю, к завтрашнему дню мы закончим нашу стройку. Только, ребята, мы совсем забыли про технику безопасности. Строительная каска! Раз, два, три! А? О, ну это другое дело. Отличная каска. А завтра достроим. Ну все, ребята, увидимся. Пока! Привет, ребята! У нас здесь чрезвычайное происшествие. Сломался синий трактор. Что же случилось? А вот что. Отвалилось колесо, сломался ковш,
и даже глаз фара укатилась в сторону. Как я понимаю, синий трактор пытался разобрать вот эту кучу песка, но он такой старый, что не справился и весь развалился. Кто же ему теперь поможет? Я вам помогу! Смотрите, какой у меня большой гаечный ключ! Да, парень, для тебя ключ совсем не маленький, но мой ключ побольше. И я думаю, что сам починю синий трактор. Тут как раз фиксики приходили, оставили мне набор инструментов. Окей, тогда я уберу эту кучу песка. Ну что ж, приступим к работе. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, пила. Она нам пригодится. Дрель. Думаю, что не очень. О, молоток. Он нам очень понадобится. Нам еще понадобятся клещи, гаечные ключи. И вот этот вот винт с болтом. Так, берем пилу и начнем со сломанного колеса. Нужно подпилить эту старую деревяшку. Ну, а теперь берем колесо, отвертку и подготавливаем отверстие, чтобы вставить туда ось. Раз, два, три, я думаю, достаточно. И надеваем. Теперь это сюда. Закручиваем хорошенько и, пожалуй, постучим немножечко молотком. Стало немного полегче, но глаз бы вернуть на место. Глаз? Значит, тут все-таки понадобится дрель. Держись, парень. Раз, два, три. Готово. По-моему, мне совсем хорошо. Подожди, мы не сделали тебе ковш. Так, нужно немножечко выпрямить крепление с помощью наших клещей. Вот так. Ну и молоточком подбить немного поровнее. Самый ответственный момент. Надеваем ковш. Раз, два, готово. Еще пара ударов молоточка. И все готово. Хотя, я думаю, для пущей уверенности можно добавить крепление в виде болта. Раз, два, три. И вот теперь точно готово. Ой, спасибо, ребята, за помощь. Я очень рад. Да не за что, друг. Спасибо фиксикам, что дали попользоваться такими хорошими инструментами. Пожалуй, пойду еще кому-нибудь помогу, починю что-нибудь. Пока, ребята. Привет. Однажды поспорили синий трактор с поросенком, чья еда вкуснее. И вот поросенок и говорит: мои предпочтения самые лучшие, больше всего я люблю сладости. Ух ты, а что это? Шоколадные конфеты, тортик, пироги, пирожные. Ух ты, я никогда не пробовал. Так попробуй. Ну как? Непривычненько. Эй, парень, а ты джем пробовал, а? Попробуем. Ням-ням. А потом синий трактор съел целую гору меда. А закончилось все вареньем из ягод. Поросенок его очень любил. И заставил съесть трактор целую гору варенья. Ну что, синий трактор, тебе понравились угощения поросенка? Непривычно для трактора. А чем ты питаешься, синий трактор? А я люблю бензин, антифриз и машинное масло. Попробую лизнуть. Подожди, это же яд для тебя, поросенок! Ой. О, скорее вызываем скорую помощь! Сейчас мы тебе поможем. Для начала наденем очки доктора. Так-с. Так, для начала укол. Оп. Так, а теперь
Открывайте рот, больной. Капельки. Ой. Ну, вот вроде бы и все. Теперь надо посмотреть, как себя чувствует пациент. Как вы себя чувствуете? Ой, по-моему, мне намного лучше. А мне, по-моему, стало хуже. О, ребята, вы видели? Синий трактор стал фиолетовым. Наверное, от такой еды. Внимание, скорая техническая помощь для машин. Посмотрим, что у нас здесь есть. Ха, машинное масло. Скорее на помощь трактору! Пей машинное масло. Еще капельки из антифриза и немного бензину. По-моему, мне стало тоже легче. А что с нами было, а? А было то, что ты попитался едой, запрещенной для машин. Ты должен был питаться бензином. Угу. А что было со мной, а? А ты попробовал на вкус бензин. Это же яд для людей и поросят. И, кстати, мой друг поросенок, тебе не кажется, что ты много ешь сладкого? А питаться нужно побольше витаминами, например, морковкой, пить натуральный сок, натуральное коровье молоко и, конечно же, такие вещи, как чеснок, например. В нем очень много полезных веществ. И кушай по утрам кашку, мой друг. И вы, ребята, тоже кушайте кашку и ешьте витамины. Пока, ребята. Пока. Привет, ребята. Я сегодня столько машинок принес. Смотрите, и все они в коробочках. Наверное, нужно взять коробочку в руки и начать открывать. А что это у нас такое, а? Это у нас пожарная машина. Наконец, убираем коробочку. Так. Посмотрим. О, почти все. Так, машинка держится на каких-то держателях. По-моему, нужно повернуть стрелочки вот такое положение. Раз, два, и машинка свободна. Так, посмотрим внимательно. Ух ты, а это что такое? По-моему, это предохранитель. Чтобы машинка заработала, нужно его вытащить. Вот так. Ну, а теперь нажимаем. Уехала! Да ладно, у меня же есть еще одна. Так, открываем, вытаскиваем, снимаем скотч, поворачиваем держатели на коробочке, оп, снимаем, и вот он, наш бульдозер, он свободен. Так, посмотрим, оп, здесь тоже предохранитель. Снимаем его, и как же она включается? Наверное, нужно нажать на кнопку. О, мигалка! Интересно, а ковш у нее поднимается? Тоже поднимается, смотрите. Ох ты, классный бульдозер. Ну, подождите, у нас же с вами осталась еще одна, третья машинка. Это у нас грузовик. Ну, открываем. Ослабляем держатели, вот. И вот она, наша машинка. Теперь нужно снять скотч. Опа, ну что, включаем. Смотрите, какой классный грузовик. Что он везет? По-моему, он везет камень. А теперь давайте опустим кузов. Внимание! Ух ты! Камень вывалился наружу. Опускаем кузов обратно. Давайте еще раз посмотрим на них, на наши машинки. Это грузовик, это бульдозер, а это у нас пожарная машина. Отличные машинки. Ну а теперь давайте придумаем маленькую историю про них. Однажды пожарная машина ехала тушить пожар, и вдруг на дороге оказался обвал. Камни посыпались со скалы вниз. Смотрите, какие большие. Вот он, какой огромный и тяжелый. Перегородил всю дорогу. Что же нам делать? Наверное, нужно вызывать дорожную службу. На помощь движется бульдозер. Внимание. О, стоп. И его друг. Кто это у нас? Это же грузовик. Заходим справа. Внимание. Разворачиваемся. Приготовились. Поднимаем камень. Складываем. Ну?
Поехали! Ну вот, дорога свободна. Спасибо, друзья! Эх, какие же классные машинки! А сколько еще историй можно с ними придумать? Ну, это уже в следующий раз. Пока, ребята! Пока! Привет, ребята! Посмотрите, сколько много у меня сегодня коробок. А что внутри? Внутри машинки из мультика «Робокар Поли». Давайте открывать и играть. У нас в гостях сегодня с вами Масти. Это у нас Микки. Это зеленый Роди. Это Бенни. А это Мини. Открываем коробочку. Вот он, какой у нас Масти. Маленький, изящный и красивый джентльмен в шляпе. Поехали! Открываем коробочку с Микки. Так, снимаем все защитные пленочки и штуковины. Вот он какой симпатичный, зубастенький бетономешальщик по имени Микки. Смотрите, эта штуковина крутится. Так, следующий у нас грузчик Роди. Вот он какой маленький, зелененький. Смотрите, какой симпатичный, маленький наш дружок Роди. А здесь у него флажок, он вращается. Ну, следом за ним идет дружок Бенни, друг Робокара Поли. Вот он какой хорошенький. Смотрите, какая мигалочка у него наверху. А вот и подружка Бенни. Ее зовут Мини. Так, вынимаем ее изнутри. Вот она какая маленькая, симпатичная девочка Мини. Кстати, она здесь не одна. Мы до этого познакомились с ее дедушкой Масти. Ой, по-моему, мы кого-то забыли. Смотрите, это же Эмбер. Поднимаем коробочку. Здесь нужно развязать держатели. Вот она, Эмбер. Добрая, умная и отзывчивая скорая помощь. Привет, Эмбер! Привет, Эмбер! Привет! Привет! Эмбер, привет! Как тебе удалось вырасти такой большой, а? Потому что я ем очень мало конфеток, зато ем очень много овощей и фруктов. Мы тоже хотим вырасти такими же большими, как ты. Ага! А что же нам делать? Есть побольше овощей и фруктов! Налетай! Держи морковку. Она, между прочим, очень полезна для зрения. Роди, ты зелененький, вот тебе зелененький огурец. Бенни, тебе капуста. Просто так. Микки, для тебя морковь. Она очень полезна для зрения. Дедушка Масти, вам чесночок. Вы же его и так любите? Да, я его ем и никогда не болею. Ух ты, а это что такое желтенькое? Такое же желтенькое, как и я. Мини, это лимон. Ты что, не знала? Кушай лимон и всегда будешь здоровой. И вы, ребятки, тоже всегда кушайте фрукты и овощи. Будете всегда здоровы и вырастите такими же большими, как синий трактор. Эй, пока, ребята, пока. Ребята, привет. Смотрите, что я принес. Это что такое? Это же бульдозер и грузовик. Давайте откроем их и поиграем. Так, чтобы открыть эту коробку, нужно разорвать ее изнутри. Вот здесь даже есть линия отрыва. Перфорация. Раз, два, три. Опа! Так, отрезаем держатели. Это не очень просто, но у нас должно получиться. Ножницы у нас толстые и держатель толстый. Сейчас еще одно мгновение. Чуть-чуть. О, готово. Так, ух, катится. Хорошенький грузовичок. А это у него кузов. Интересная форма. Напоминает какую-то строительную каску. Так, как же его приподнять? А, вот, посмотрите. Этот переключатель откроет его. Раз, два, три, готово. А тут, посмотрите, какая-то штучка на кузове. Интересная, резиновая. А, мягкая. Для чего же она нужна? А, я знаю. По-моему, за эту штучку можно очень удобно держаться, когда катаешь эту машину. Ну, с этим грузовиком все понятно. А вот это его младший брат. Давайте скорее откроем и посмотрим. Так, достаем. И это у нас с вами, знаете что? Это у нас каток. У этой игрушки тоже есть удобные отверстия для пальцев. Ну, а теперь давайте попробуем немножечко поиграть. Для игры нам понадобится песок.
Однажды два брата решили построить дорогу. Привет! Я привез стройматериал. О, полный кузов. Здорово! Выгружай! Ну, поможем немножечко нашим братьям вот таким вот образом. А каток все это сейчас разровняет. Приступаю к работе! Еще один разок. Контрольный. Посмотрите, ребята, какую отличную дорогу сделали наши братья. Все потому, что они были очень дружными. Ну, и я им немного помог. А сейчас поиграем еще во что-нибудь. А с вами увидимся в следующий раз. Пока. Однажды на скользкой трассе перевернулся самосвал с песком и перекрыл движение. Образовалась пробка. Ни скорая помощь, ни полиция не могли проехать. Что же делать? Как же освободить трассу? Для начала нужно убрать самосвал. Мы уже вызвали кран для подъема. На первом этапе нужно поставить самосвал на колеса. Без крана здесь не обойдешься. Цепляем. Готово. Поднимай. Хорошо, что водитель грузовика оказался жив-здоров и сам вовремя вызвал подъемный кран. Пора отъезжать. Но от падения грузовик, по-моему, поломался. Эх, жаль, что крану придется уехать. Дальше понадобится огромный эвакуатор. Для начала давайте поставим знаки и дадим всем понять, что проезд закрыт. Как же нам, не повредив самосвал, погрузить его на эвакуатор? Я думаю, с помощью этих специальных тросов и держатели для колес. Слегка великовато, но размеры у этой конструкции могут изменяться. Уменьшаем. Передние готовы. Опускаем на задние колеса. Раз, два, три. Ну вот, все готово, конструкция крепкая, осталось опустить крюк. Зацепили, поднимаем. Поехали, грузим знаки. Одним движением убираем песок на обочину. Ура! Ну, а мы с вами ждем самосвал, когда его починят. Тогда он и заберет песок. Эй, пока! Привет, ребята! Мы сегодня с вами окажемся на полицейском участке, на самом настоящем. И это у нас такая стеклянная красная сигнализация или просто тревожная кнопка. А это рядом настоящий радар, чтобы видеть издалека какие-нибудь машинки, которые превышают скорость, например. А это такая камера или штрафной гараж для тех, кто как раз и нарушает правила дорожного движения. Теперь пришло время познакомиться с главным героем. Это, конечно, полицейская машина. Внимание, что это? Звучит тревожный сигнал. По-моему, радар обнаружил какого-то нарушителя. Давайте посмотрим запись с камеры видеонаблюдения. Нет. По-моему, ничего не видно. Нужно самим выезжать на это дело. Скорее остановим преступника!
Что это? Что это? Смотрите, какая бешеная скорость! Это же нарушение! Превышение скорости! Смотрите, полиция никак не может догнать этого нарушителя! Что же делать? Внимание! Красно-желтая машина! Остановитесь! Приказываю остановиться! Внимание! Остановиться! Внимание! Еще раз приказываю остановиться или открываю полицейскую ловушку! Вы будете арестованы! Внимание! Открываю ловушку! Попался нарушитель? Ну, теперь посиди, подумай, как себя надо вести. Простите меня, я больше не буду так быстро ездить. Посмотрим, конечно, на твое поведение, но для начала опросим свидетелей. Он один раз не пропустил меня, а я торопилась к больному. Еще он подрезал меня, я чуть не ударился в столб. Кстати, кроме того, он проехал на красный цвет. Да, парень, ты, конечно, натворил дел. Похоже, тебя придется лишить водительских прав. Нет! Ну что, ребятки, теперь-то вы поняли, как важно соблюдать правила дорожного движения. И запомните, ребята, красный свет, дороги нет, а зеленый можно ехать, пока... А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше.